Слава на Бог. Хотел сегодня представить слово. К нам приехал гость. Искам да я представить один гост. Из Киевской еврейской мессианской общины. От Киевской мессианской еврейской общины. Брат Валерий. Брат Валерий. Я не успел с вами поздороваться. Шалом. Если у вас есть приветственное слово или свидетельство, то, пожалуйста, поделитесь. Да, пожалуйста. Шалом вам огромный. Скажу вам, очень радует, когда видишь флаг Израиля. Много с радостью, когда видишь, что мы знамя на Израиль. Смятам, че това е голямо благословение. Когда церковь, когато църквата понимает значение Израиля, разбира значението на Израил. Потому что все же понимают, что Авраам с Богом договаривался об Израиле. Защото всички разбират, че Авраам се уговарял с Бог за Израил. В первую очередь. На първо. И Бог исполнял завет перед Авраамом. Бог преисполнявал завета пред Авраам. И Иешуа, конечно, Иешуа дошъл първо към своя народ. Да, по слову. Това е по словото. Поэтому отец до сих пор продолжает ждать свой народ. Затова отец продължава да чака своя народ. И те християни, которые думают, что их християнство не для иудеев. И тези християни, които мислят, че тяхното християнство не е за иудеите. Они очень сильно ошибаются. Те много грешат. Потому что пока евреи не вернутся. Докато евреите не се върнат. Я всегда говорю, язычники ничего не дождутся. Тогава язичниците нищо няма да получат. Потому что так написано в Слове Божьем. Защото така пише в Словото на Бога. Но на самом деле я вам хотел сказать. Но исках да ви кажа нещо друго. Я очень люблю говорить о Боге. Много обичам да говоря за Бог. Не важно. Еврейском. Еврейски. Вообще Господь. Просто Господь, за Господ. У вас тут не очень много. Не сте много тук. Вы свет этому городу. Но сте светлина за този град. И Бог, который в вас. И Бог, който е вътре в вас. Он всемогущ. Той е всемогущ. Он везде сущ. Той е вездесъщ. И хочу сказать, что у вас огромная-огромная сила. Искам да кажа, че в вас има огромна сила. Не поддавайтесь никакому умению. Не се поддавайте за никакво умение. Тога. Всегда радуйтесь. Винаги се радвайте. Вспомните, как Давид Вспомнете входил се за с ковчегом Давид, в Иерусалим. Както е влизал с ковчега в Иерусалим. Это было революционное решение. Това беше революционно решение. До него никто не смел такое делать. Преди него никой не е могло да направи това. Он совершенно не боялся мнения людей. Той не се страхувал от мнението на хората. Он не боялся иудеев, которые его осудят. Той не се е страхвал от юдеите, които ще го осъдят. И скажет, что он сошел с ума. И ще кажат, че е полудял. Он точно знал, что это по сердцу Бога. Той е знал, че това е по сърцето на Бог. Потому что самое главное – это радость. Защото най-важното е радостта. Апостолы тогда сидели в тюрьме. Когато апостолите са били в затворите. Закованные в цепи. В оковани, в оковани. Те никога не са били тъжни. Они пели песни. Те са пели песни. Они радовались Господу. Те са се радвали в Господ. Затова винаги трябва да се радвате. Колкото повече се радвате, толкова повече сила на Бог идва във вашия живот. И потенциал в вашата църква. Потенциалът на вашата църква много больше, чем вы думаете. Е много по-голям, отколкото си мислите. Вас, как бы так подъезжаешь, кажется, куда едешь. Когато пътуваш към вас, се чудиш къде отиваш. Жена мне говорит, ты туда едешь. И жена ми пита, къде отиваш. Това не е важно. Это вообще не важно. Това въобще не е важно. Главное, чтобы здесь был Бог. Важното тук да има Бог. Его присутствие. Неговото присъствие. Его сила. Неговата сила. И люди будут идти сюда. И хората ще идват тук. Потому что люди будут идти там, где Бог. Защото хората ще идват там, където е Бог. Там, където е жив Бог. И любая религия ломается присутствием Святого Бога. И всякаква религия се чупи от присъствието на самия Бог. И самые большие религиозники. И най-големите религиозници.
променят решенията си. Потому что когда приходит живой Бог. Защото когато идва живият Бог. Уже никто ничего не может сделать. Никой не може нищо да направи. Ничего не может изменить. Нищо не може да промени. Поэтому не бойтесь. Затова не се страхувайте. Радуйтесь. Радвайте се. И не бойтесь, что будут о вас говорить. И не се страхувайте какво ще казват за вас. И по тайна ще ви кажа, че за нашата община много са говорили. Казват, че сме луди. Слава Богу, значи я в правильном месте. Слава на Бога. Я когда-то с одним американским пастором встретился. И... Поднешно встречал с один американский пастор. Я из общины еврейской. Я сказал, что я сам от еврейской, мессианской, киевской община. И той казва, ето, там са безумните хора. Но, ради Бога, но... быть прекрасным. Прекрасно е да бъдем безумни заради Бог. Поэтому пусть Бог вас благослови. Нека Бог да ви благослови. Я очень рад, что я среди вас. Много се радвам, че съм сред вас днес. Спасибо вам огромное, что вы поддерживаете еврейское служение. Благодаря ви, че поддържате еврейското служение. И что это в вашем сердце. И че това го има в вашите сърца. Я верю, что и аз вярвам, че по тази причина Бог много силно ще ви благослови. Потому что это по слову. Защото това е по словото. Бог сказал, до тысячного колена благослови. Бог каза, че до хилядното колено ще ви благослови. И до четвъртото. И до четвъртото ще пропълни. То, что делаете вы. Каквото правите вие. По отношение к Израилю. По отношение към Израил. Это на много-много поколения благословения. Това е благословение на много поколения. Защото това е много важно. Когда многие християни поймут, что отец ждет свой народ. Когато мнозина християни разберат, че отец чака свой народ. Когда они поймут, что Бог когда говорит просите мира и Иерусалим. И когато разберат какво означава, когато Бог им казва молете за мир в Иерусалим. Ще усетят сърцето на отец. Потому что блудный сын. Защото блудният син. Это Израил. Това е Израил. А старшият брат. А големият брат. Это церковь. Това е църквата. Това е всичко. И това е много важно. Он вернется. Той ще се върне задължително. Он обязательно. Той задължително ще се върне. Спасибо вам. Благодаря ви много. Пожелавам ви благословения. Пусть Бог на Авраама, Исхака и Яков. Нека Бог на Авраама, Исхака и Яков да ви благослови. Пусть Дух Божий. Нека Божия Дух будет на вас. Да бъде в вас. Да будет сила Божия на вас. И силата на Бог да е в вас. Идите, проповедуйте. Идвайте и проповядвайте. И говорите всем. И говорете на всички. О том, что вы самые счастливые люди. За това, че сте най-щастливите хора на земята. Защото вие сте Божии деца. Амин. Спасибо большое. Принимаем.